Мы подъехали вот сейчас к источнику около тюрьмы. Галя за мной заехала, Гуляева. Привезли Настю. Сегодня 28 у нас мая 2018 года. Понедельник. Вот оно где. Сейчас мы увидим все это. Настю болящую. Видишь, как все сделали хорошо. Какой большой крест, только вот сверху вот этот вот приделали это. Она совершенно не нужна. Крест скрывает. Дождя испугались. Возьми под руки ее. Как она бедная ходит. Все отрезано. Такое ускорение прямо. Давайте я вас поснимаю. Вот, выехали. А? Сейчас идем к тюрьме. Еще. Давайте я вас поснимаю. Ну пойдем, я там отдам. Ну пойдемте. Вот видите, как вниз тут идти надо. Слева канава. Большая канава. Неоднократно этот источник заваливали мусором. Автобусы вот шли, валили, не автобусы, а эти машины, самосвалы. А источник опять пробивается, ничего не могли сделать. Прямо на этом месте вывели монахини, расстреляли. Ну, хорошая власть, Ленин пришел. Вот так. Вот тут еще дорогу вроде расширять хотят. Видишь, вывалили как. Ну, песок что-то, ветки, песок. Вот здесь дорогу-то лишь подровняли. Тут можно отсюда прямо к тюрьме сходить. Выйти к тюрьме. Какие клёны. Склонились над дорогой, шатер создали. Вот видишь, что сделали. Пришло время какое. А тогда тут не допускали, не хотели. А люди отсюда берут воду и дома готовят на ней. Холодильники БУ. Век не надо никому. БУ, да как, кто же его брать будет? Ну, не знаю. Есть такие мастера, из старого холодильника сделают игрушечку. И он будет служить дольше, чем тот, который купят новый. Мне говорят, легко одеты в костюме. Я думал, что будет холодно, но не думал, что так это. Вот вода идет, где размывает. Раньше шла, сейчас не идет. Какие камни она вымывает. И вот она здесь идет. А куда? Весной опять размоет, наверное. Так она не идет оттуда. Они, видимо, ее направили все сюда. Раньше, может быть, он шел в нескольких местах. Это понастроили-то что здесь? Ну как здесь? Здесь все облагородили. Пойдемте дальше вход. Да ничего себе, наблагородили они тут. Угу. Нагородили. Пойдемте, пойдемте. Видишь? А вот-то стояли кресты, видно, отломили уже, видишь? Угу. Так-то кресты везде. Это хулиганы, я думаю. Вот они, она, видите, маленькой сорковушки. Видите, с резьбой. Вон там отломаны. Можно, наверное. И не так помогут. Дальше. Вон сколько отломаны. Вот это Андрей делал. Ну-ка. Вон там. А что, никак? Знаете, тихо. Да? Заварили, да? Дальше вход. Андрей делал. Сколько заплатили за нее? Я не помню. А? Я не помню. Ты помнишь? Нет, не помню. У тебя лицо ничем не мазанное? Нет. А? Нет. Интересно. Абсолютно восковое. Вот оно где. Это под тюрьмой источник. Так сделали. Ничего этого не было. Понастроили. Церковь здесь. Новомучеников и исповедников. Заповеди. Уж не прелюбо сотвори. Ну, можно было по-русски-то написать-то.
Да. На строительство часовни, сбор средств. Я вет, а вы не видите меня. Вет. Я уть. Ну что, ладно, Господи, благослови, не курить, это хорошо. Что тут написано? Свята Николая Чудотворца. Святой источник. Святой. Вот вы это. Святой. Святителя Николая Чудотворца. Источник. Убительно просим. Святителя Николая. Телефоны мешают или что им там? Телефон отключить. Что-то во время посещения источника. И что там, телефоны не звонит? Ну да, зачеркнутый трубка. Ну если звонит, так что ответить нельзя? Да не знаю, будто литургия. Давай. Тут непонятно, что тут такое. Таинство, причастие. Не живоподействуй. Символ веры. Тут много они сделали, молодцы. А вот источник, как повыше маленько сделали. Вода вот течет. Это он все течет из источника. Ну понятно. Вот стол. Это мы все в ограду зашли. Сбор средств на строительство храма. Храма. Даже храм хотят построить. Вообще невиданное. Там коврики. Сидеть. Это из дерева сделали так. Андрей. Да вот ее Настин муж. Вот посмотри, какая разница у вас. Вот Господь как делает. Раньше подойти нельзя было. Но это больше роста человеческого. И ноги как надо, все сделали. Он тогда говорил, 50 что ли тысяч заплатили. Я не помню. Несколько человек работало, говорит. Из дерева это. Иисус Назарей, царь иудейский. Вот выше креста вот эти вот, вот это совершенно не годится. Не было там ни на кресте нигде, а чтобы дождь. Да разве дождь сохранится? Вся фигура-то на так. Как крыша вы имеете в виду, да, что не нужно? Вот это вот крыша-то. А. Какое она отношение к кресту имеет, крыша-то? Ну, к кресту никакое. Никакого, везде ставят, и на кладбище везде. Один моду дал, остальные дальше пошли. Это нельзя делать. Ко кресту ничего нельзя прибавить. Ой, тут сколько сделано. Тут видно, насадили целый комплекс. Цветы разные. Аж течет вода. Вложили камнем, булыжником. Святой источник. Ну что, пошли дальше. Видите, как здесь сделали. Вода откуда попадает, течет. О, какие фляги. Это фляги для чего наставили? Ну, я вот канистры. Не знаю, но предполагаю, возможно, цветы поливать. Или ну, что, может, жаркую... теплую воду обливать, чтобы? Нет, в жаркую погоду цветы... Сады? Да, поливать. Красиво. А так то... А обливаться там вот, в зеленом помещении? Здесь ничего не было. Здесь пробирались среди зарослей. Маленькая тропиночка была. А тут смотри, сколько. И гравия насыпали. Вот так. Вот здесь на бугром вывели монахинь, всех расстреляли. А мы ухаживали за одной бабушкой. Но она инокиня была. Рязанова Александра Тимофеевна. Пролетарская, 103 жила. Она где-то 100 лет, наверное, жила. И она вышла и отсюда дня за три до расстрела. И выехала куда-то на такую небольшую деревушку с сестрой. А их здесь инокиня была, это, ну, настоятельница Мариамна или как ее... Это Казанский монастырь был, где тюрьма-то. Угу. Ну там же сейчас есть... Там подробная биография, я читал в Америке, когда был. Они дали, говорят, это у вас такая? Я говорю, да, да. А, Игнатий, видишь, что у них там на территории сейчас есть церковь. А вот эта ванна-то для чего у них там стоит? Ну тоже поливать. Поливать, да. Ну а для чего она там, я думаю, да? Вода нагревает. Видите, как все можно сделать. А это, гляньте, ну, люди-то приходят, под ногами корни. А вот корни вырубить-то это не смогли. Тут ногу кто побежит сломать может. А что ж тут бегать-то где? Не спортивная площадка, чай. Спаси и сохрани. Вот какой столб. А на нем, по-моему, фонарь. А что он столб этот? Ну там фонарь. Фонарь светит. И не да? видать ничего. Береза, тополь. Тополя огромные растут, клен. Я не знаю, видели, но фонарь тоже. Вода течет, вот она течет, как, видишь как?
по желобам. А тут-то как сделано, ходить-то неудобно. Вы бы по-другому сделали. Ой-ой-ой. Осторожно. А то вы с камерой под ноги успеваете смотреть. А ну-ка, сзади там кто есть, нет? Нету никого, нет. Вот она, Мариамна, действительно Мариамна. Никого нет. Вот это надо мне снять. Мариамну. Давайте там берите, еще надо. Вот до сюда теперь второе. Вторая графа. Можно не читать, я не знаю. На всякий случай пока. Вот здесь. Покрупнее и посветлее написано. Вот тут. Господь благословил побыть здесь. Еще не узнаешь. А вот 1 октября какого года? 1904 был отстроен, освящен. Ну вот это все. Четыре столбца. Может, оттормозить и просчитать. Вот. Вот он как выглядел, видимо. Вот это Мариамна. Щетками. Никому не мешало. Такие прекрасные сестры жили. Всех расстреляли. Пришли, никому не мешали, ничего. Вот такие чудеса были. Я в тюрьме сидел, когда Скворцова. Тамара поди это, Владимир, ну да. Так она и есть. Вот так. Так, что здесь? Да вот, то же самое? Да. А? Ну, нет, без Мариамны. Ну так это она и есть. Вот келья и снимок. Ну-ка я отсюда сейчас. Такой. Монастырь. Хорошая власть пришла. Труп от страны оставили. Еще там голосовать за них некоторые священники призывали. Устала, Настя. Ну все, конечно, старое. Я неаккуратно тут, не знаю, как правильно снимать, но хочется дать понять, что здесь было. Можно затормозить и просчитать. Ведь архивариусы и другие люди старались здесь. Вот. Игуменя Парфения. Никому не мешали, абсолютно. А теперь что? Ну, нет монастыря. Что теперь? Главный централ Алтайского края. Тюрьма. Здесь я несколько раз был. Сидел. Последний раз в 86-м году. Крест у Никольского источника поставили. А это кто? Казанский храм. Это который стоял храм. Там от него только стены остались. И сделали тюрьму. Вот туда дальше воду на стеллажах не разливай. Интересная надпись какая.
Вот если с той стороны мы пойдем, там, где расстреливали остальных людей, там камень большой стоит и сколько жертв. Вот тут крест стоит без этой крышки. Слава тебе, Господи. Хоть один крест нашли нормальный. Вот на кресте писать ничего не надо, кроме того, что было. Люди этого не понимают. Крест принадлежит Христу. Давайте сейчас поднимемся наверх. Видишь, как пробили. Это, представь, сюда затащить это непросто было. Спилили дерево большое, мешало. Дальше. Домик как бы. Огнеупорного кирпича сколько здесь. Смотри, как выложили. Она не размокает. Молодцы. Камень. Ну, пойдемте наверх. Поднимемся. А ты сиди здесь. Туда? Ну, конечно. Ну, пойдемте. Нам же надо увидеть реально тюрьму. Ух, сколько здесь ступеней. Сейчас посмотрю, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, пятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Ого! Тридцать. Большие. И дальше просто так идет. Тут тюрьма где-то рядом. Прямо наверху, наверное. Ну, а тут-то никуда. Это надо вот сюда поворачивать. Вон нашу Настю посадили где. Отдельно. Лицо какое желтое, надо же. Вот дал же Господь ей все перенести. Ой-ой-ой. Это земляное. Что думаете, до тюрьмы дойдем? Подожди. Нет, мы не дойдем. Она же, во-первых, огружена. Просто какой-то забор, частный сектор. Видите? А? Частный сектор. Частный сектор. Ну да, давай-ка туда зайдем. Пойдемте. Это вот там лучше было. Нет? Ну-ка. Ограда. И здесь тюрьма, охрана. Это уже вот стены монастыря, бывшие храма. Источника. Галя приехала, меня забрала. О! Съемка запрещена, говорит. Все, пошли. Съемка запрещена. А? Вон стоит и говорит, съемка запрещена. О, ну. Стрелять